данном ролике использовано видео с YouTube канала Владимира Маликова. Огромное спасибо Владимиру за любезно предоставленный контент. Ссылка на канал Владимира Маликова размещена в описании под видео. Володе огромное спасибо. Приятного вам просмотра. Друзья, всем привет. Сегодня у нас на улице, как осень? 13 октября 2019 года. Блин, фонарик глаза светит, ну ладно. Так, чем мы занимаемся? Мы сейчас делаем свою лощинку. Вот такая у нас матрица. Вот такая вот, подруга. Полиуретановая матрица. Ну, кто не знает полиуретан, если автомобилисты есть, то автомобилисты знают, что такое полиуретановые сайлентблоки. На рычаги идут, там, туда-сюда. Это, в принципе, из полимеров самый плотный материал. Макаем воск, делаем раз. Два. Я делаю три. Почему? Сейчас объясню. Это два раза где-то получается около 80 грамм лист. Я делаю лист до 100 грамм. Почему? Потому что без взяточный перевоз пчелки такую лощинку будут лучше строить. А лучше потому, что у нас, я смотрел лекцию Рахматуллина, и там еще на канале КПУ Нижегородец смотрел, как добавляли краску в воск. 80% воска, который в лощине, ну, то есть остроенная сушь, это 80% в ней воска того, которое есть в лощине. Только 20% они добавляют. Вот. То есть как взяточный период или малое наличие кормовой, кормовой молодой пчелы в улье строительной, строительницы. То есть, ну, как бы они лучше оттягивают эту лощину. Воск это мой из Забруса. По поводу... Сейчас, секунду. По поводу этого... Дезинфекции. Дезинфекция воска. Он стоит, кастрюля алюминиевая. Литров на 30. В ней я дезинфицировал воск. Разогрел, выкипела вода. И, ну, там по технологии 3 часа. Но я 2 часа продержал, как бы воск с моей пасеки. Вот. Забрусный. То есть я продержал ее. Ну, воск в раскаленном состоянии 120-130 градусов в течение 2 часов. Каждый раз. Наждачкой более крупной прошелся по этой, что-то стоит плохо. Я нулевочкой вчера отколбасил. Было хорошо. Прошелся сегодня крупной. Где у нас тут лист? Вот такие вот листочки у нас получаются. Заготовки. Заготовочки, да. Странно. Вчера отпадали прям сами. Вот это классно отпало. Да, ну, бывает. Сейчас разработаем. Вот такие вот листочки. Дальше, что я делаю с этими листочками? Лощина у нас все не резаная. Так, тут у меня воск нарубанный лежит, набитый. Дальше, что мы делаем с этими листочками? Я делаю, ну, многие делают потом, после того, как прокатаю через матрицу. Я делаю сразу, потому что оно выглядывает из матрицы, очень сильно мешает. Вот у меня шаблончик, который мне надо развить. Тесновато. Вот такая вот заготовочка получается. Сейчас, а где наш этот? Где наш весы? Давай посмотрим по весу, сколько у нас получилось. Я 3 раза окунал. Сейчас. Ну, что это мало вообще? 72-73 грамма. Тоже готовый лист. Ну, тут вообще 113. А, это не обрезано еще. 70.
93. Ну вот это нормальные листы. Температура воды для того, чтобы нормально все получалось, чтобы все хорошо проходило у нас. Достаточно мягкий воздух. Ну блин, температура воды должна быть в районе, ну, я два дня пробую. Температура воды самая идеальная, это 52-54 градуса. Термометр, конечно, не ахты. Вода горячая, вот. Нормально. Так, дальше. Вот эти вот листочки, которые у нас получились. Не забываем кипятильник выключать, если кто-то будет делать. Выключайте за розетки. Лазить туда не надо. Особенно если старый кипятильник пробитый. Рокнет на раз, два, три. Надя говорит, у них там девочка. Надо брать эти листы на другой стол. Ну, сейчас уберем. Сейчас пока три кину. Вода тут перегрелась, походу. Так, берем листочек, заправляем в матрицу. Вот так вот. Так, куда тут воз взялся? И поехали, помчали, прокатываем. Так, и назад. Опа. Ой, блин. Хранила счастье. Угу. Вот такая вот ващинка, четенькая. Все классно, все видно. Вот. Отпечатывается обалденно. Я тебя не вижу. Вот такая вот ващинка. Собственная ващинка, собственное приготовление. Домашняя. Домашняя, да. Без добавок, без цирезина, без парафина. Челкам весной, когда мне скажут, блин, братуха, спасибо. Ребята, ну я скажу так, это мы сейчас вот, в принципе, то, что еще и на камеру работаем. Как бы оно дольше получается. Я скажу так, ну... Нафигачить ее можно нереальное количество, наверное. Особенно за зиму. Зима у нас длинная. Я хоть и живу в Харькове, сюда по выходным приезжаю. Но... Не, ну обалдеть вообще. Вообще обалдеть. Видно? О! Ну класс. Класс. Вот такая вот ячеечка. Сейчас стану как-то, чтобы не закрывать свет. Тут еще они мокренькие. Их надо будет перетереть. Так что тема обалденная, ребят, честно, обалденная. Ну вот смотрите, здесь у нас около десятка листов. И здесь, забыл уже, 56 или 57 листов. Ну то есть, грубо говоря, пачка. Вот. Сделали мы это, ну давайте круговую возьмем, с разогревом воска, со всеми подготовками за 4 часа. Ребята, пачка овощей на 4 часа. За зиму можно переработать, я не знаю. Тонну можно воска переработать, если вот так вот, ну, заниматься там по выходным 2 дня в неделю, грубо говоря, 10 килограмм за выходные. Так это ж мы вчера еще руку набивали. Мы позавчера так немножко только поигрались, там буквально там несколько листов сделали. Вчера тоже это еще была пристрелка. И вот чем дольше, чем дальше, тем оно лучше получается. Тем оно подобрал здесь, подобрал температурный режим, подобрал прижим. То есть, какой нужно. Ну, блин, ячейка. Поначалу ячейка не сильно продавлена. Подбирал, ну, это первый вообще день позавчера. Подбирал температурный режим. Ну, блин, тема вот. Обалденные листочки получаются. Ровненькие, красивые. О, просто шик, блеск, красота. Обалдеть. Просто обалдеть. Ребята, я доволен. И пчелки будут тоже довольны. Блин, это так кайфово делать свою овощину. Это, ну, радостно. Я вчера как дурачок ходил с счастливой заточкой, когда начало вообще классно все получаться. Так что такие делишки, ребята.
Всем хорошей зимовки. Ну, еще осени хорошей всем. Хороших семей в зиму. Давайте о пчелках заботиться.